Главное спортивное событие года. Европейские игры 2019 на Интере. В субботу в 15:00 художественная гимнастика, индивидуальное многоборье, состязание за абсолютное первенство лидера нашей сборной Влады Никольченко с лучшими гимнастками Европы. В 18:30 дзюдо. Сможет ли самая молодая чемпионка мира в истории, наша Дарья Белодет, завоевать золото? В субботу с 15:00 в прямом эфире на Интере.